В этом году в Новохоперском районе появится новая школа, более чем на 1100 ребят. В рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения в Воронежской области проведены торги на возведение детской поликлиники. Продолжается совершенствование социальной инфраструктуры и сферы ЖКХ. Эти и другие параметры развития Новохоперска губернатор Александр Гусев обсудил с главой района Виктором Королевым. Стороны сошлись во мнении, что муниципалитет демонстрирует хорошие показатели. Все работы, запланированные на 2022 год в рамках областной адресной инвестиционной программы, выполнены в полном объеме и качественно. В агропромышленном комплексе район занял первое место в регионе по производству свинины и второе по мясу в целом. Губернатор пожелал Виктору Королеву не снижать планку и продолжать выполнять все поставленные перед муниципалитетом задачи.